Tisholam Vesey, ladies and gentlemen, 5 minutes rounds of boxing for the WSB heavyweight division. Представляю вам судей у ринга. At ringside, 3 judges. Франк Шармах, Николай Каракулов, Бахадир Жуманиязов. Представляю вам судью и рефери в ринге. Introducing the judge and referee inside the ring. Жан-Робер Лини. И в синий угол добро пожаловать боец из команды Лос-Анджелес Матадор. Please welcome to the blue corner from Лос-Анджелес Матадор team Ян Суциловский. Угол. Добро пожаловать, боец из команды «Динамо Москва». Please welcome to the red corner from «Динамо Москва» team Максим Попанин. Дамы и господа, представляю вам соперников и первым бойца в синем углу ринга. Introducing first fighting out of the blue corner. Бойцу 21 год, рост 182 сантиметра, официальный вес 110,2 килограмма. 21 years old, official weight 110.2 kilograms. Дамы и господа, приветствуйте. Ladies and gentlemen, introducing from Los Angeles Matadors team, Ян Суциловский. И его соперник в красном углу ринга. And his opponent across the ring fighting out of the red corner. Бойцу 23 года, рост 183 сантиметра, официальный вес 125 килограмма. 23 years old, official weight 125 kilograms. Дамы и господа, с удовольствием представляю вам, ladies and gentlemen, representing from Динамо Москва, Максим Попанин. Давайте,
Первый раунд. Раунд 1. Раунд номер 2. Раунд 2. Еще один! Еще один!
отпускай, опять запоняй. На нем иди, через руку смотришь. Ору! А нет, только заплавлять надо еще. Толкну с ударом. С ударом. Вот так еще не разжал. Даешь ему работу. Еще за ним! Ты! Я сейчас работаю!
Четвертый раунд. Раунд 4. Thank you.
Итак, заключительный, пятый раунд. Round 5, the final round.
Итак, дамы и господа, по завершении пятираундового боя обратимся к судейским запискам. After the end of five rounds of boxing, we go to the judges' scorecards. Первый судья, judge one, 48-47, 48-47. Второй судья, judge two, 50-45, 50-45. И третий судья, 49-46, judge three, scored about 49-46. Все три судьи отдают победу победителю. All three judges in favor of your winner by unanimous decision. Максим Попанин!